Что хочется сказать по мате Final Fight? Проходил эту игру, проходил. И хочу сказать вот что. В принципе, эта игра, ну, не такая офигенно сложная, как по мне. Но не такая, что вообще прогулочка, да, скажем. Как бы я вам так скажу, ребята, да. Как бы, ну, по сложности я бы оценил ее на... Ладно, сложность будете оценивать вы сами, да, как говорится. Сложность вы будете оценивать сами. Да. Это уже перезаписывать ничего не будем. Как говорится, без репетиций. Без репетиций. Что это реально уже... Ну, в общем, что я хочу сказать. Кстати говоря, первоначальная игра, да, первая версия Mighty Final Fight, если не ошибаюсь, вышла на Neo Geo вроде, на автоматах игровых, но если я не ошибаюсь, да. И, ну, то есть там была версия, да, как бы игровая автоматная, да. Здесь же 8-битная версия, да, с графикой соответствующей и все такое, но... Интересно, что на Денди, да, на Денди сделано, на NES приставке, да, сделано, по сути говоря, вот эта версия, это одно, Mighty Final Fight, а есть так называемая Final Fight 3, там как бы копия версии, которая на автоматах, да, есть, но... Графика, конечно же, 8-битная, да, там, но... То есть, вот если взять эту игру, эту Final Fight 3, то можно, конечно... Ну, как бы, суть одна примерно, те же самые личности, ну, плюс-минус, там, еще пару персонажей вроде. Да, но суть одна, да, как бы... Ну, и я в ту немножко поиграл, да. Кстати говоря, для разнообразия эту игру мы с вами тоже поиграем, чтобы сравнить, скажем, да. Так, что я делаю вообще? Так... Все, свободно. В общем... Не, ну я вам так скажу, игра все-таки ну, не такая, может быть, и... Ну, такая, знаете... Это может быть в первых этапах еще что-то там, да, но как бы на самом деле игра такая, ну... Ну и графон для 8-битной игры, в принципе, такой, я скажу, ничего. Вот первый босяра, как вы понимаете, это типа Ruler of the City, главный этого города, типа Bow before me, I am superior. Maybe you are stronger than you look. Why don't you join us? No. You dare refuse the mad gear. Gang those who offend me must die. Ладно, ясно все. Дыхаю, ёптать. Гуляю. Ну, вот видите, его нельзя недооценивать. И с ним нельзя приближаться, в принципе. Иначе это может обернуться. А так он, если честно... Вот если вот, смотри, ну, что ты мне сделаешь, а? Иди сюда! Попрыгунча ты наша, блин. На, получи. С ним не надо вступать в контакт. Так его. Вообще, вот здесь графон, вот, да, вот это крутящийся прибамбас, там, да, ящики, мигающий вот фонарь вот здесь, да. В принципе, такую по графону можно поставить семерочку тогда. Солиденькую, да, так реально, ну, чисто 8-битка такая, классическая 8-биточная игра. И что интересно, в этой игре геймплей, то есть тут как бы не графон выходит на первый план, а геймплей. И вот если сравнивать с тем же Double Dragon, допустим, да, в принципе, здесь как-то этот игрок, он как-то более передвигается, что ли, как-то плавнее, да.
да, скажем, приемы, да, вот все вот это. Да, по сравнению с Double Dragon, допустим, да, ну, так кажется, может быть, это может одинаково, но как бы такое ощущение, что немножко управление легче, чем там, да. Насчет этой игры сейвов. Ну, не знаю, пока что мы сейвов не будем делать, попытаемся как бы, да. Блин, я ж прыгал, ёпт. Да ёпты, ты чё, совсем уже, что ли? О, Роузи, Роузи, Роузи. Роузи Герл, Роузи Герл. Ну куда ж ты пошла, Роузи Герл? Лучше бы ты на свидание пришла с нашим крутым чувачком. С красненьким. Да, не, она решила там что-то непонятно чем заниматься, если честно. Как бы ладно. Это Башмак прозвище, да. А этого Аксель будем называть. Аксель и Башмак. Ну, вот такие вот дела, ребята. Насчет черного плаща, как уже сказал, делаем паузу. Потому что нужно обдумать. Обдумать нужно, как к этому боссу подобраться вообще. Да, вот так. Ну, фонтанчик тут, да, как бы такое. Да, Башмак все-таки. Аксель. Ну и как бы вот такие вот дела, ребятки, да. Для разнообразия, как уже сказал. Может быть, еще попробуем для сравнения и Neo Geo версию, да. Но это под вопросом еще, да. Но ту версию, да, Dendy Final Fight 3, как бы мы с вами тоже заиграем, посмотрим для сравнения, да. Ну вот еще одна Rosie Girl сюда приперлась, непонятно для чего. Вместо того, чтобы на свидание прийти с нашим красненьким чувачком, блин. Да. Что это было, ёпт. Она решила чем-то заниматься, непонятно чем. Да, странные люди. Что еще можно сказать? Странные они все. О! О! Пощечина, ёптить! Нет, серьезно было, блин. Это было серьезно, на самом деле. Ну, явно не настроено на свидание. Да и ладно. Ты что, оборзеешь совсем, что ли? На, получи, блин. Ну и ладно, как говорится. Но сейф мы здесь, по крайней мере, делать не будем. Может, чуть позже, дальше. Там, где реальные какие-то. Да все, все. Слушайте, ребята, ну вот видите, недооценочка вылилась вот такую вот проблемку. Если честно. Так, с тобой все ясно. Все, топай. Так, что у нас дальше происходит здесь? О, бонус. Ясно. О, Blue Girl. Blue Girl пошла отсюда. Да, Blue Girl, Blue Girl. А, что это еще можно сказать? Ну, синий цвет волос, да, форма синяя одежда, поэтому мы называем, соответственно, Blue Girl ее. Ну, тоже такая не настроенная на правильные вещи, наверное. Кит. Ну, ладно, не будем. О, еще одна Blue Girl. Получи. Полицейскую играешь, да? Форму одел, фуражку одел, думаешь, теперь
полицейской будешь, да? Ну, Басяра номер 2. Я его проходил, ребята, как я уже сказал, да. You are too fat and lazy. Oppose me. Big mouth, little sword. Tell me what you know. Or I'll clobber you. Are you done flapping, flapping doors? Lips of use. Good because I am gonna chop you down to size. Ну, в общем, начинаем. В принципе, между первым басяром и этим басяром из Лича я не... Ну, да, как бы ладно. Лучше промолчать, как говорится. Ну, тоже сближаться с ним не стоит. Можно вообще пропускать вот эти его вылазки, да? Такие. Да, если уж совсем не уверены, да. Ну, это так, как бы. Ну, вот видите, да, поздно все и получил. Соответствующий, да, как говорится. Да. Да, пропущу. Так. Можно пропустить. Здесь можно подождать его. Чуть-чуть вот так. Ну а как еще с ним разбираться? Да, блин. Да блин, вот это было уникум, если честно, да? Это был уникум, я вам скажу. Что как бы, ну вот, боссы такие, знаете, с каждого из них своя система есть. Ну, как и в многих играх, да. Сейв по-прежнему не будем делать. Вот и получил. Ну вот недооценочка, ребят, вам. Вот вам недооценочка, ёптель, блин. Да, то есть, по сути говоря, тут continue есть, если что, да, то есть можно продолжить, ёптель. Получи, куда, кого ты по вообще тут... На, гуляй. На, получи, все, свободен. Так, дальше. Ну вот, начинается третий этап, ёптить, да. Давай, крутышка. Бонус стаджи. Бонус стадж. Стадж. Where is my бочкин? На. На. Ладно. Сюда. 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 Это не успеем. Сюда. 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 Да, 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 ай, блин, да. Ну, в общем, что-то да, что-то нет. О, thank you very much, good, yeah. Так, дальше у нас Old Town, да, по списку. Old Town, ну, графончик здесь такой, ничего, я вам скажу. Чисто такой графонистый такой, знаете, для Дэнди, нормально, я считаю. Так, башмак. Я что-то не понял, башмак. Так, башмак, ты чё? Совсем, что ли? Башмачок ты наш, блин. О, ха, это я... Ой-ой-ой-ой-ой, Подножкин. Подножкин, ёпти. Так... Опять, ну тут как бы... В общем, да, тут в этой игре бдительность надо соблюдать. Слушай, что-то... Так. Да прыгай ты уже. На, блин. На. На. Блин, вот даст... На, получите, ёптить.
получите еще раз. В общем, вот так с ними разбирается здесь все, да? Так вот. Так. О, Rosie Girl is back. Ну что, может быть, все-таки хочешь на свиданочку сходить с нашим красненьким чувачком? И нет, все-таки не хочет. Да и ладно, пошла отсюда. И ты тоже пошел отсюда. Ну иди сюда, мал. Ну что ты, сексапулечка ты наша, но... Рози, Рози, Герл, Рози, Рози, Герл, Рози, Рози, Герл, ко, иди сюда, иди сюда. Цветы на свидание не буду приносить. Да, если захочешь. Потому что, как бы, не заслужил, ёпт. Без цветов только есть. Эй, блин! Опаньки. Так. Надо с этим сначала разобраться. На. 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 Пошел отсюда. И пусть на шоколадке не рассчитывает. Да? Блин, вот тебе на. А, сейчас мы вот так сделаем. Так, пошел отсюда, я сказал. Иди сюда. Пошел отсюда. И ты тоже пошел отсюда. Передайте Рози Герл, что и Блю Герл заодно, что пусть не рассчитывает на то, что на свидание. Да слушай, башмак, ёпта, блин. Тебе бы... Башмачина, ёпта. Сюда, блин. И ты сюда иди, блин. Пошел отсюда, блин. О, и ты сюда, коварный типаж. Коварный типаж будем тебя называть. А ты зелененький пупсик. Ну иди сюда, малыш. Смотри, как бицухочку ты свою оголил. Думаешь, тем самым... Ну иди сюда, зелененькие штаны. Грин джинс будем называть тебя. Гринжин. А это коварный типаж. Коварный типажище. О, по дворец зашли. Ин дворец. Как говорится. Ин дворец. Кэстл. О, грей герл. Потому что, ну, серые волосы, да, фу. Но опять-таки я делаю фуражку и думаю, крутая. Я мент. Я крутая полицейская. Я крутая это. Я копша. Я крутая копша. Да? Ну что, крутая копша? Я отказываюсь с тобой на свидание идти. Может быть, поэтому ты злая? Хотя до этого я вообще не предлагал. Но тоже была злая. Да, там это Рози Блю, да? Ну ничего, ничего, ладненько. Как говорится. А вы спросите, в чем суть этой игры? Что вообще делать надо здесь? И ради чего все этот, весь этот сыр-бор? Ну как ради чего? Как обычно, ёптель, блин. Как обычно, люди. Так что это... Так, пошли, о, блин, да... Ёпты, слушайте, ребята, что-то я тут совсем недооценочка пошла. Ну, как обычно, ребят, спасать. Как говорится, от делом заниматься. Так, ну мне, в принципе, вот эти два достаточно. Все остальное можно потом. Даже. А, можно еще взять, если надо, но. Опаньки! Вот так. Ну и что? О! Двое сразу. Коварный типаж и... Ну, в общем, не буду говорить смысл игры, сами потом все зацените, посмотрите. О! Коварный типаж. И что интересно, мне кажется, здесь разнообразие приемов больше, чем в Double Dragon, если я не ошибаюсь. Ну и так плавнее управление, как я уже сказал, да? Плавнее управление.
Так, ну что, босяра, ёптит. Ну скажу вам честно, ребят, I'm Abigail, the Taoist fighter in this mad gear. Ну, короче, в этом городе. You've been lucky so far, but you luck has just run out. The others looked to tower. Then you jerk. I'm gonna show the those words down your throat. Ну, в общем, начали с этим. Босяры сейчас проблемы, ребят. Серьезненькие проблемы. Да, как бы, если честно. Здесь, пожалуй, я сейвулечку сделаю. Да, блин. Вот началось, блин. Ёптить. Да, блин, слушай, ты, ёпта. Да. Кисман будем называть его. То есть надо будет подождать момент, когда он будет типа... О. Когда он вот так и потом вот так. После этого момента так типа с ним разбираться надо. То есть выждать момент, когда он angry, и потом хоп, подошел и на, получи. Пожалуй, не будем сейф еще здесь делать. Не все так, как бы... В общем, он посложнее тех двух, да? Но, как бы, с ним можно работать. Да блин, ты вообще уникум. Нет, это не серьезно, ребятки. Да... Ну вот так вот. Разорабались мы с этим крутышкой, да? Идем дальше. Factory. Factory, Factory здесь у нас. Ну тоже такой графонисто, да, все. Так знаете, в стиле Tecmo. Ну вот знаете, да, вот как они эти игры делают. Кто в курсе... Эксель. Эксель, иди сюда. Если честно, вот этот Эксель, да, я бы в свою команду его взял. Он такой, знаете, такой коварненький такой, знаете. Так, башмачина. О, Аксель 5. Ну чё, Аксель, я бы тебя взял в свою команду, но, наверное, ты не согласен. Ты остаешься верен своему босяре, кто бы он там ни был, да. Не буду говорить, кто этот босяра, ребята, сами все, возможно, зафиксируете. Ну, такой вот ночной фэктори. О, смотрите, Аксель крутышкой заделался. Да свалите оба, ёпта. Вертухачи, кстати. Да, тоже энергию немножко. Keep out написано. Ну, в общем, вот такая вот. Ну что, а, вот подтолкнул, да? Ну ясно. О, весело начнется сейчас. Да бери ты, ёпта!
Ну что, Blue Girl, я так понимаю, наверное, все. Теперь даже на шоколадку не рассчитывай. Там, вообще ни на что не рассчитывай. Так, коварный типаж. Тебя бы я не взял в свою брик-команду, потому что, ну... Хотя, в принципе, ты круче Акселя. Вот если он посложнее Акселя, как по мне. Да, с ним надо еще как бы постараться, чтобы его... А, еще один, блин. Ну что, ребят. Ну опять-таки, без сейва пока поиграем. Пока не все так... Да сейв в любой момент можно сделать, ребят, если что. О, Blue Girl, one more Blue Girl. Ну что, Blue Girl, how are you? You are all right, I think, yeah, I know. Так, прошли. Ну вот и прошли. Что у нас здесь? О, Роузмен. Переоделся в розовый, чтоб типа его не узнал. А суть одна и та же. Подножки коварные. О, ты смотри, оголивший бицуху решил для нас сюрприз сделать. Если я не ошибаюсь, то вроде бы это его первый... Ну ладно, не будем говорить, мало ли еще было что-то. Так. Подножечка сейчас будет, наверное. Получи. Получи. Так. О, башмак оделся в розовое. Ну да, довольно тут уворачиваться надо, если честно. Да, блин, башмачина, ёпта. Давай, дед, туда. Бармен, мне, пожалуйста, минералочки, если можно. Пошел сюда. Бармен, а? Без льда. Ну, можете лимончика добавить немножко. Окей? Ладно. О, где-то мы тебя уже видели. А я смотрю, ты это, переоделся немножко, цвет поменял. Думаешь, круче от этого станешь? Ладно, мы с тобой... Он воду предлагает. А я уже бармену заказал. Что ты мне предлагаешь? Ready? Ready, ready. Опаньки, ребят. Но тут недооценочка серьезная получилась. Да блин, что такое, ептать? А смотрю, он агрессивней стал. И с ним придется постараться, если честно. Видите, как у него. То есть он окрутил, можно сказать. И знаете, что я думаю? Надо систему к нему придумать. Допустим, когда он бежит после этого... Вот смотрите, сейчас он побежит. Хоп, уходишь и резко вот так его. Это более эффективно будет. Блин. Да, блин, ну вот такие вот делишки, ребятки, ну. Что пойдет? Да, сделаем и это тоже, блин. Еще не сделать, если есть возможность. В общем, суть в том, да, вы поняли. Пойдем на расстояние сюда. А, ну давай. Хоп. Да, блин, только хотел. Да, это намного эффективнее будет, по мне. На расстояние его. А, ну давай. Оп. Да, блин, опять поздно. Да, блин, ёпта. Кстати, этап сначала придется проходить, если здесь будет. Поэтому мы с вами сейв сделаем небольшой здесь. Опаньки, это что было? F1 все-таки сделаем. Потому что там, я так понимаю, надо этап сначала проходить. Поэтому... Сваливай, ёпта. Так... Да, все-таки сейф мы сделали, но чтобы заново не проходить.
Это стейдж. Так, здесь что он сейчас будет делать? Крутого включит. Да блин. Крутышку включишь, что ли? Все, сваливай, сваливай, ёпта, блин. На, получи. Сейв здесь. Да блин. Да блин. Да блин. В неудачном месте сейв сделал, можно сказать. А мы паузочку сделаем и здесь сейв сделаем. Вот так. Так, получи, распишись. Да слушай, совсем что ли? Вот так. На. Так. Ну вообще здесь он сложнее стал, скажу вам прямо. Я... Или это босяра реально, или... Да блин. Слушайте, надо паузу сделать. Так. Да ёптит. Хоп. Так, сейчас. Да блин. Так, ребят, надо собраться. Пауза еще раз. Блин. Так. Да ёптит. Да блин, рановато. Так. Да, слушайте, ребят, но тут главное быть бдительным и уворачиваться. На, получи. Ничего сложного нету. Вот что я сейчас сделаю? Да, ясно. Пауза и сейв сделаем здесь. То есть он туда-сюда мечется. А мы здесь. Вот тут, конечно, мы лоханулись немножко. Ну, точнее... Не мы, а я. Не будем за всех говорить, ёптить. Получи. Блин, Бесючкин. Получи, ёпта. Сейф еще раз. Блин. А ёптить, как такое может быть? F1. Ладно, я лучше отойду в сторону, блин. Да блин. Опаньки. Так. Сейф опять сделаем. Я думаю, здесь сейф пора сделать. Да, в принципе, сложности здесь есть, скажу вам прямо. Но чего только стоит вот эта сложность. Сейв опять. Ну вот если так сейвоваться, то нет сложности, да, можно немножко... Но все-таки... Да блин! Не, ну тут лучше... Свалить немножко. Опаньки. Опять-таки сейв сделал. Ну, как вы поняли, да? Так, чуть пораньше надо прыгать, да, чтоб... Вот примерно так. Надо прямо рассчитать. Так. Так. Ну, чтобы уже совсем, да... Ну вот, да. Правильно, что я сделал здесь сейв, скажу вам прямо. Да блин. Да ёпты. Да блин. Да ёпты. Да блин. Фух. Пусть он там помечется. А мы вот здесь потусуемся пока. Да блин. Да ёптить.
Да блин, да что ты? Да, понятно. Вот так. Ну, чуть-чуть еще, да? Да ёптать! Да ёптать! Сейф. Да ёптать! Да ёптать! Да ёптать! Ха-ха-ха, блин! Фух. Ай, блин, да что за ядрен? Да что за ядрен? Да что ты, блин? Вот так. Саевулечка. Опаньки, и не зря. Да что за хрень? Должно же, по идее, быть. Ладно. Так. Да блин. Да ёпта. Да ёпта. Отдыхай. Да, усложнился ты, конечно, умник. А раньше, когда на Денди играли, тогда, ну, так сейвить нельзя было, да? Пришлось рубиться по, как говорится, ну, под бдительнее быть, да? Бдительнее быть пришлось. В общем, так вот, прошли мы раунд клир, остался у нас, я так понимаю, заключительный этапчик. Бармен, ты мне так и не налил минералочки. Ладно, пока не наливай, я немножко отдыхаю, да, потом уже поговорим с тобой насчет этого. Ай, ёптить. Байория. Опаньки. Ну, ребятки, здесь мы, наверное, насчет сейва подумаем еще. Пока что не будем делать, но... Аксель. Ну, попробуем эту игру, конечно, пройти за один раз. Не будем разделять на этапы. О, Rosie Girl, come on, come on, good girl. You are a very good girl. Но сейчас ты не... You are not ready to, как говорится, relationships with me. At now, at that moment, you are not ready for relationships with me. You are ready for to the something other, some other things, but not for relationships. You understand me or not? Вот, в принципе, что я хотел бы ей сказать, да? Этой. Вот разница между черным плащом и Mighty Final Fight в том, что Mighty Final Fight вообще практически меньше прыгать надо. Не, ну надо там в прыжке все, но именно на разные предметы там, да, и все такое. О, oh, one more rosy girl. And what you want from of me, а? What you want? You are not ready for relationships. And you think you do something good? No, I don't think so. I don't think so. Опа, а это что было? О, ребяточки, это что было такое? Только что.
То есть как-то так и... Эй-эй-эй! Не, ну это уникум. Ну вот, континуумы. Сейчас. Стар. Ладно, для разнообразия коди поиграем. Коди сначала. О, Rosie Girl. Ну что, Rosie Girl, может быть, с Коди захочешь на свидание пойти? Я так понимаю, она не хочет ни с Коди, ни с... Ну ладно, как говорится. Эй-эй-эй-эй! Аксель и Rosie Girl. And so, Rosie Girl, maybe you go to the свидание with me? Not? Okay. О, юни... А если честно, вот из всех этих... Ладно, не будем обсуждать сейчас. Я уже все высказал по поводу этого. Ой, блин. Слушайте, ребят. Скажу вам честно, если здесь быть бдительным предельно, да, то можно, в принципе, без континуумов пройти, да. Ну вот сейчас вообще уникум просто, да. Да, блин. Ну, сейвы мы пока делать не будем, хотя, ну, это просто уникум, я вам скажу. Просто отойди в сторонку и все. О, башмак. Да слушай, башмачина, ёпта. А ну сюда! Он по-другому, кстати, бросок делает. Не как этот чел красненько. А, немножко по-другому. Мэрин. О, басяра номер 2. You are no what match for me. Ready. Ready, ready, не бойся. Да блин! Вот тебе и ready, ёпта. Энгри, да? А как насчет вот этого? В общем, ничего сложного нет, просто блин. Только начал. Вот так, получи, ёпти. Да блин, чё за фиг... Да ёптить, ну... Да ёптить, ну... Ладно. Да блин, с... Ну, вот такие вот дела. Яблочко, спасибо, спасибо, витамины, все дела. Рози Герл, опять ты здесь. А ну, пошла. Что? Сушь ты, блин.
Так. Как его? Комплексный мне, пожалуйста. Что там? Аксель, ну ты вроде самый умный из всех этих, ну. Но чё ты не на моей стороне? О, смотри, присел такой, типа я крутышка, да? Типа показуху устрою сейчас, и все подумают, что я крутой, типа да. Типа по сравнению с вами. Типа такой показуха все, да. Типа будем называть тебя показушник. Или понтарь, как там лучше, блин. Да слушай, Подножкин, ёпта, блин. Совсем что ли? Да блин, реально бесюч. Все, пошли отсюда. Да блин, опять свою эту. Пошли оба. Вот и идите оба на свидание, ёпта. Иди с Подножкиным на свидание, Рози Герл, ёпта, блин. Он тебе, кстати говоря, подходит. Тоже розовенький одел, блин. Да, вы чем-то, у вас как-то, у вас что-то общее есть в данном случае. Да слушай, ты совсем борзеешь, что ли, блин? Your journey ends here. Да. Ну, в принципе, что я могу сказать? Сейф мы здесь будем делать однозначно, потому что вы понимаете, что как бы. Эх, но это не последний босяр, я так понимаю. Это далеко не по. С ним придется повозиться, как вы понимаете. Придется его на расстояние немножко. Опаньки! Да блин, еще так? Да слушай, ты! Сейф, пожалуй, сделаем. На расстоянии его. На расстоянии. Тактические такое действие. На расстоянии пусть немножко. И вот так. А, ну давай. Да блин. F1. Один. Ясно. Отдыхай. Сейф. Да ёптить. Да блин. Сейф. Да ёптить. Да ёптить. Вот видите, не все так просто, блин, здесь. Не все так просто, ребята. Не все здесь так просто. Да ёптить. О нет, сейчас лучше сваливать отсюда.
Да блин. Да блин. Да ёптеть. То есть отходишь сюда, потом резко вот. Да блин. Так, ну это серьезная проблема, если честно. А смотрите, получилось, получилось. Блин, слушайте, ребят, получилось, надо попробовать. Да блин, слышь ты. Да ёптить, рановато. Не, без понтов, без вообще бессмысленно. Это все бессмысленно. Да, все бессмысленно. Не получится ничего. Тут надо только вот так. Пауза, сейф. Так. Да ёптить. Да блин. Да ёптить. Да рановато, рановато. Да блин. Да блин. Слушайте, ребята, что-то мы здесь зачастились, а? Ну, точнее, не вы. Хотя вы тоже здесь участвуете. Да ладно, ладно, шучу. Фух. Есть. Ай, блин. Сейф. Сейф. Да ёпта. Да блин. Да ёптать. Что это было? Ай, блин. Ну слушайте, вроде все же правильно делаем. А, ну ладно. Фух. Ну слушайте, ну вообще-то здесь надо постараться, ребята. Надо здесь постараться, поворачиваться. Ну смотрите, вот, ну как так? Вроде бы все сделал по инструкции, а что? А в итоге что? В итоге только одно, здесь надо перепрыгивать его вот так. Сейчас что-то можно сделать. То есть. Так. Да блин. Фух. Ну, рискнем здесь все сделать. Да блин. Да ёпта. Да блин. Да ёпта. Фух. Пауза. На. Так. Сейф. Эй, блин. Да ёпта. Да. А нельзя вот так. Ах, хрен там. Да ёпт, что это? Камон. Да что за... Ха-ха, блин. Ну, камон же. Ну, ты говорю, вот, ну, соберись.
Фух. Паузочка. Если честно, не рассчитывал на это. Да блин. Ну, блин. Не, ну понятно, понятно. Надо раньше было. Точнее, надо было взять просто сюда куда-нибудь уйти и все вот так. Хопа. Да, фух. Так. Сейф. Ушел в сторону. Ушел сюда. Сделал так. Сделал так, сделал так. Да что за еб... То есть когда... Ну вы поняли, да, система? Сюда. А мы сюда отойдем. Так. Пусть он там мечется. Да что за небдительность, ёпта? Да что за вообще непонятно? Да блин. Так, ладно, поменяем стратегию. Сюда отойдем. Тут надо разносторонне мыслить. Не по одной системе все. Не под одну гребеночку. Все. Да блин, вообще не понял. Да. Хоп, сюда отошел. Прыгнул. Так. Да, ребят, сколько мы... Ну тут я реально уже... Паузочка. Да блин, зацепил. А мы сюда. А что ты нам сделаешь? А мы вот так. Ну, вот я здесь, здесь. Блин. Да что за еб? Да блин. Сюда отойдем, вот так отойдем. Вот так отойдем, блин. Это удобнее будет. А мы вот так. Да, ребята, на этом босяре мы реально... Ну, блин. Точнее, я. Вы-то что? Вы ничего, вы просто наблюдаете. Изучаете тоже что-то, наверное. А мы вот так. Вот если хорошенько захотеть, то можно попытаться его и... вот так вот, ребята, да? И что у нас здесь? Басярикус Риэл, да? Так, I love Jessica. Give her to me. Relax. Jessica is my special guest. She is in the next room. Jessica and I are scheduled to be married tomorrow. Ха-ха-ха. Let us begin our final fight. Опаньки. Ну, посмотрим, ребята, что из себя представляет данный босяра. Final victory will be mine. О, так ты у нас еще вот это делаешь, да?
Я скажу, ну ладно, вот если этот момент убрать, то... О, видели? Видели, да? Ай, блин, понятно. А, я понял, как это пускать шарик. Ну, я вам скажу, что босс такой, знаете, своеобразный. Он такой... Да ёптить! Да блин, ну да, понятно все. То есть попробуй его догони, скажем так. Поймай. Ну да, ну понятно все. Ну ладно, здесь придется делать сейф, потому что... Да ёптить! Да блин, ты чё делаешь на? Сейв здесь сделаем, потому что сами понимаете. Но система, как по мне, вот такая. Вот, да, вот система, ребята. То есть, смотрите, хоп. Он меняется, да? Мы здесь, мы... Да блин, чё это за хрень была? Да ёпта! То есть стоишь здесь? Ай. Так, поймал его. Так. Сейв сделаем. Так, ребята, уно моменто, ребята, уно моменто. В туалет надо сходить. I'm back, пацаны, и продолжим, да? I'm back from bedroom или toilet, как вам удобнее. Да блин, хитренький. Да ёпта! Ну, в общем, я вам так скажу, ну не супер сложный босяра, пока что по сравнению с Дарквинг Даковским босярой.
Ну, если честно, он полегче явно будет. Ну, не то, что, ну... Я вам честно скажу. Да, он такой более, скажем, блин, хитренький, я бы сказал. Да ёптять! Да ёптить. Да что за? Ничего, ничего не... Да блин. Ну, в принципе, он соответствует, да, последнему Басяре, скажем так, я бы сказал, да. Потому что, ну, к нему сложно подобраться. Очень сложно подобраться. Точнее, к нему подобраться можно, но... Видите, надо тут... Вот так. И второй раз. Здесь сейф. Ну да, не позволил он. Ай, блин. Сейф. Ясно. Сейф сделаем. И не зря. Ну, как бы возможность сделания сейва мы обговорили еще перед тем, как Darkwing Duck вроде начать. Ну, было у нас обговоренность, поэтому как бы сейф мы используем. Если что поменяется, ребятки, мы с вами обсудим это. Ну что, крутышка. Вот такие вот дела. Ну и что нас ожидает? Round 5 clear. Музончик, конечно, надо было включить. О! А это что, я не понял, блин. Офигеть. Хагарта батон ее. Dad, it's about time you got here. Let go of me, Gaia. Without my help, she will be control yourself. Let the mayor and Jessica talk. For once in your life, think of someone else. Besides yourself, let go of me. And... Ну, вы поняли, ребята, это скорее такая драма, что ли. Да. И все? Это заставончик, да? Ну, в принципе, неплохо такое здание сделано, да, вот такой чисто центр, да, скажем так. Центр. И это все, ребята, я так понимаю. Больше заставки не будет. Ну, вот так вот, прошли мы с вами игру эту, да. Ладно, ребята, окей. Как говорится, игру прошли. Всем пока.